Актюбинцам незаконно отказывали в получении участков. В числе пострадавших почти 150 жителей города. Нарушения выявили прокуроры. Им, кстати, не раз приходилось отстаивать и интересы малого бизнеса. Например, в акимате Хромтауского района предпринимателям препятствовали участвовать в тендере по высадке зеленых насаждений. А департамент госдоходов незаконно назначал платежи за эмиссию в окружающую среду. Прокуратура отменила 254 таких уведомления. Для того, чтобы правовую помощь оказывать еще оперативнее, прокуроры подписали меморандумы с 5 госорганами. Разбирательство с земельными участками продолжится совместно с этими структурами. Вплоть до фотоснимок, вплоть до наименования улиц, вплоть до заключений из уполномоченных органов, тогда как все эти документы должны были со стороны акимата самим уже предоставляться. То есть это не право и не обязанность самого гражданина, который обратился за получением земельных участков. Очень много фактов. Мы внесли представление. Представление находится на стадии рассмотрения.